А то переедет. Записывается на микрофон, так что можешь говорить, комментировать. Пока все равно идет тренировка, ты скажи, какие шансы даешь на бой? Я даю ни одного шанса. Ни одного шанса Александру Емельяненко? Да. Тут еще рядом Василий Конов. Да. Что Василий думает про предстоящий боксерский поединок? Это топовое событие в России. Ну, мне кажется, красноречиво об этом говорит количество просмотров и количество той аудитории, которая интересуется этим боем. Ну, скажу так, что хохля его нет. Вообще никаких. Даже так. Расскажи, ну, учитывая то, что вот такой вот, как бы, ажиотаж вокруг боя, ну, какой-то титул на этот поединок поставить? Да нет, ну, это не серьезно. ВБА, Голд, например. Любой титул ВБА, он не серьезен, в общем-то. Не, ну, тут много титулов можно придумать. Тогда можно вспомнить про титул UFC, мазафакера тогда. Такого можно придумать, да. Нет, серьезно, зачем же какой-то титул, когда все здесь? И так без этого интересно. Как считаешь, в каком раунде закончится поединок? Третий. Этим. Чуть-чуть аргументировать или не надо, или все понятно? Да, ну, да. Аргументируй, пока идет тренировка. Да, да. Ну, рано, но положить его не может, да, все же трансляция, а доводить до финального раунда, думаю. Да, да. Поэтому вот методом исключения третий раунд. Понятно. Да, да. Миш, тут Василий Конов сказал, что Александр Емельяненко даже назвал точный раунд, когда закончится бой. Да, да. Какие у тебя есть контраргументы, что победит Михаил Кокляев? Да, да, да. Секунд 15. Вот как. То есть коэффициент, бой продлится до 20 секунды. Да, я думаю, не больше. Интересное мнение у Михаила. Да. Оно такое нестандартное, скажем. Мнение Михаила, оно столь же авторитетное, сколько и мнение всего издания «Спортэкспресс», я хочу добавить. Оно настолько вот объективно и прямо профессионально. Очень хочу прочитать комментарии. Авторитетный персонал. Знаешь, что я делаю. Я очень хочу прочитать комментарии по высказыванию Михаила. Это мне прям доставит удовольствие, если честно.
Василий Иконов, а вы скажите, вот насколько вы являетесь родственником или не родственником этого главного редактора Эрспорта? Ну, ведь все-таки вы полные тезки, так сказать, и наверняка люди сейчас будут думать не на того персонажа. Да, ну хорошо, не думайте о том персонаже. Ты задал мне самый классический вопрос, когда со мной знакомиться. А ты не родственник того самого Василия Иконова? Я уже привык к этому вопросу. Нет, я не родственник. И он не является главным редактором Эрспорта. А. Уже. Надо же, понятно. Ну, вот вам инсайт такой. Кстати, у нас в Советском спорте был вот Евгений Шуваев, и был еще один Евгений Шуваев. И, видимо, по такой же аналогии, как и у вас в Эрспорте, младшего назвали младшим, что по возрасту меньше. Хотя оба не родственники. Очевидно, да, так? Да, по-моему, это... Немудрствуя лукаво, мы сделали, писали приставку «Молод». Меня даже интересует, что есть ли где-то в другом спортивном издании Владислав Сусачев, раз такая там ситуация вообще. Не исключаю. И кто он является, младшим или старшим, самое главное? Еще есть два Миши Кузнецова, один сейчас в Чемпе, а другой в Рио Новосельцев. А еще есть два Егорова, только там имя разное. Есть три Егорова, еще Александр. Три, да, еще, да. Ну, я про журналистов. И, кстати, я хочу сказать, что Сергей и Дмитрий Егоров, они тоже не родственники, как и Александр. Хотя на чемпионате всегда пишут, что это там папа сына проталкивает. Нет, это неправда. Мы все не родственники. И не состоим никаких связей за чемпионом. Ты это подтверждаешь? Да, подтверждаю. Это, наверное, будет самая веселая открытая тренировка на моем канале. Почему я раньше так не делал? Почаще зови Михаила, он вам будет рассказывать. Михаил уже два раза давал мне интервью на моем канале, кстати. Верите, я смотрел их интервью. Да? Да, я их смотрел, я анализировал, я спорил потом с Михаилом. Да? У нас давай, такие давай, делай мне, разбери технико-тактические действия Михаила в моих интервью на канале. Он держится. Он держится на четверочку. Мое замечание было у Михаила, что он профессионально все разбирает, но не хватает ему немножко эмоций. Он должен больше матом ругаться. Матом? Матом. Надо больше матом ругать. Ой, замечательно. Я, кстати, по технико-тактическим разборам Михаила, я бы сказал, что он зря, например, в одном мне интервью в камеру махал кулаком, показывая, какой удар наносил Сергей Ковалев, кажется, да? Мы про это говорили. Вы бы видели этот удар Михаила живьем. И на спаррингах он же кладет сразу ударом. А, это когда я показывал, как Ковалев пьет, да? Да. Не, ну он же вообще не пил там. Вот, мы, кстати, обсуждаем новую тему. Сергей Ковалев и Сауль Альварес. Вы, коллеги, наверняка смотрели обращение Сергея Ковалева к народу, которое, кстати, есть только на моем канале. Потому что я один догадался, что вы писали. Я у себя его и смотрел, да. Ну так что вы думаете про профанов и обращение самого Сергея? Расстроились ли вы, что он там, ну, те, кто в него верил, называл профаном? Причем отвечал так, это, если ты меня верил и ставил, ты профан. Если ты меня верил и не ставил, ты не профан. Я сформулирую свой ответ так. Он главный, прав по содержанию, но не прав по форме. Так, расшифруйте, Василий. Ну, хорошо, кто реально думал, что Ковалев выиграет у Сканелла? Скорее Дрозд. Михаил сейчас уничтожил весь авторитет Григория Дрозда. Нет, Григорий Дрозд на самом деле великий боксер, великий эксперт, с ним одно удовольствие общаться, прям реально эрудированная такая ремарка. Ну смотрите, Бен, а тут Ковалев все же сказал, у него было чуть больше 2 месяцев на подготовку после его зрительного боя. Ну как можно выиграть, ну это просто не понравится. И не надо забывать, что Канело это золотая курица. Оскар плохой. Точнее, Канело несет золотые яйца Оскару. Ну ладно, ты уж сам запиши как хочешь и перефразируй. Но факт в том, что он не мог проиграть. И Ковалева вогнали бы в такие условия, что выиграть было тяжело. А в плане обращения к болельщикам, да, это, наверное, было обидно многим, некрасивая часть. Ты бы просил Сергея Ковалева? Ковалева может просить все. Он великий боксер. Вот, кстати, я считаю, что Ковалев вот самый действительно великий боксер в истории российского бокса. Ты это мнение разделяешь, или ты сейчас скажешь Костя Дзюр или Марат Гайси? Один из. Не-не-не, мы тут все жестко ставим. Жестко я не могу назвать его самым, потому что Костя Дзюр абсолютно. Все. Но с другой стороны, Костя Дзюр был абсолютно чемпионом, когда было 3 версии, правильно ведь? А не 4. И 3 пояса было у Ковалева. И 3 пояса было у Ковалева.
на этом закончилась открытая тренировка Александра Емельяненко. Вам понравилось, как Емельяненко тренировался, самое главное? Да, мне, кстати, напишите это в комментариях, обязательно подпишитесь на мой канал. И самое главное, найдите своего друга и заставьте его подписаться на мой канал. Иначе за вами придет Александр Емельяненко. Вот он, кстати, уже пошел. Пока.